Хочу провести простой эксперимент. Ребята мне дали датчик. Времени у меня ограничено, поэтому особо я не буду ничего такого сильно настраивать. Я включил замер в реальном времени, то есть он не фиксирует пик, датчик. Я вам сейчас покажу, смотрите. Вот, я думаю, видно, да? Будем надеяться, что видно. Так, тут так, наверное, будет неправильно, потому что, скорее всего, кто-то придумает, что я что-то делаю. Значит, вот так он будет внизу. Вот, я надеюсь, будет видно цифры, но я буду говорить, если их не слышно. Буду ставить, выключать буду динамик и говорить. Значит, все динамики играют от моста Moscone Gladden One. В данный момент, когда я говорю, видите, да, пики скачут 67, 65, 66. 70 накричал. Не сильно старался, просто так, чуть побасил. Вот, пик почему-то на 8 кГц, откуда-то он взялся, я не знаю. Возможно, гудит у меня там вентилятор, может быть, его слышно. Ну да ладно. Пик вот на 75 там с чем-то. Это в принципе не важно, потому что я просто хочу сейчас повключать вам динамики, все которые есть в стенде, и чтобы вы послушали, как они шипят на розовом шуме и как это будет отображаться на экране. Давайте самый тихий, на мой взгляд, динамик я сейчас включу. Самый тихий, по-моему, это вот этот. Ну, 68, там что-то вот так вот, где-то примерно 68. Это Takara Dance. Их уже нет, по-моему, на рынке. Очень редко встречаются. Они у меня давным-давно лежат. Вот, 68. Так, следующий, который чуть-чуть погромче, по-моему, чуть-чуть погромче. Ну, 67,7 я видел, больше я не вижу. Так. И следующий по громкости, по-моему, вот этот вот Орис. Да, 68,3. Там где-то пометочку надо будет сделать. 68,3. Так, ну а дальше просто по порядку. Просто вот так, наверное, я их еще раз повключаю вертикально по одному. Датчик примерно вот... вот. Примерно вот, я не знаю, сколько здесь, 1,5 метра примерно. То есть это далеко на самом деле, но очень много переотражений, поэтому решил поставить подальше, чтобы все динамики были в одинаковых условиях. И он находится примерно, вот нацелен примерно вот сюда, примерно вот в середину стенда. Поэтому погрешности тоже не забывайте о погрешностях, погрешности обязательно будут. Так, погнали. MoMA 610 Pro. Ну, 67 там с чем-то. Блин, я все время забываю, как он называется. Только появился. М165 РБФ. Ну, 72, 73, ну, будем считать, что 70 дБ. Zeus MR6.1, по-моему, или 6.2, тоже не помню. с копеечками, 69,2, 69,3, вот так где-то я вижу. Так, это Edge Pro, модельку не скажу, напишу, наверное. К сожалению, даже не вижу коробки от них. А, вот под ногами. EDX Pro 6W. Это последний, вот, который был в обзоре.
Ну, 70 проскакивает иногда, так 69 там с чем-то. Короче, 70 тоже даем. Skylar Pro 60, по-моему, так называется. Да, Pro 60. Шестьдесят восемь и девять, 69 децибел, вот так где-то. Шестьдесят восемь плюс, 68.2 где-то, вот так. Так, FSD, я вот не помню, стандарт V или мастер V, как-то так. В общем, V. Семьдесят и семь, самый громкий пока. Орис ГР 658, 68.8 я видел максимально. Дальше Мачете ММ 65. Семьдесят один и один, самый громкий пока. У 68.3 это сват саботаж, 68.3 примерно. Шестьдесят восемь и девять, 69, вот так примерно. Это FSD Master MG. Ну, мощи, я так понимаю, надо вливать. И аватар MBR 650, по-моему, они называются. Да, MBR 650. Тут 67.9, 68. Вот так. Получается, самые громкие. Раз, два, три. За 70. Давайте добавим им немножко мощи, два деления я добавляю, и еще раз погоняем. Видел один раз 74, давайте эту цифру возьмем за данность. Это 165 RBF, ну Russian Bass, это FSD. У 73 плюс, 73.5, по-моему, вот такое было. Я думаю, вам видно. Если не видно, напишите. Я сделаю. Я, наверное, сделаю пик все-таки в конце. Семьдесят четыре с чем-то, к сожалению, зафиксировать не могу взглядом. Поэтому давайте сделаем фиксацию результата. Так, останавливаю. Удерживать пик и запускаю еще раз. Запускаем, наверное, все-таки самого громкого. Ну, я подозреваю, что это самый громкий получится. Еще раз сбрасываю. Делаю стоп.
чтобы не разговаривать громко, чтобы не влиять на результат. 76,2 можно зафиксировать. Это мачете ММ-65. Вот такой результат. То есть видели, да, я ждал, пока результат не перестанет расти. Потом только остановил замер. Делаем такой же замер сейчас и пробуем. Давайте ФСД. 76,2. Куда-нибудь записать, что ли? Ладно, в видео потом гляну. Останавливаю. 75,6 на 0,6 дБ меньше получается. Там было 76,2, здесь 75,6. Ну, нужно еще учитывать, что они немножко по-другому расположены. Возможно, здесь играет роль отклонение небольшое от градуса. То есть это не константа, ребята. Это не прям 100% измерение. Просто, чтобы примерно понимать, какая, вот как я говорю, вот динамик громкий. Вот динамик громкий или не громкий. Слушаем еще. Теперь слушаем РБФ. Я думаю, достаточно. 75,6, так же как у ФСД, и на 0,6 меньше, чем мачете. Мачете, правда, дороже, этот дешевле. Ну и тут катушка меньше. Вот такой вот, ребята, эксперимент. Может быть, кого-то натолкнет на какие-то мысли, может быть, кто-то какие-то выводы сделает. Здесь не надо искать динамик, который громче, или динамик, который тише. Это не тест, это просто эксперимент. Чтобы сделать тест, нужно подготовиться полностью, то есть сделать одинаковый объем, одинаковое расстояние до датчика, одинаковое направление, тогда это будет более-менее тест. Сейчас это было такое что-то, ну, просто эксперимент, ребят. Просто у меня ограниченное время на датчик, и я не успею подготовиться. На этом у меня все. Всем вам большой удачи в жизни, чистого и громкого звука. Пока, увидимся.